Так, ну, собственно, идем вперед и делаем все возможные нужные нам дела. Мне аж любопытно, что это будет за испытание такое. Тем более, нам было сказано надеть на себя. Так. Так, ну, наверное, мы его автоматом как-то наденем. Так, железный ключ в виде головы ворона, золотую зурную клюю символизирует стремление обратиться к знаниям. Ну, это понятно. Так, ожерелье шестерки с отколотым околком. Это фактический символ борьбы. Ясно, наверное, он все-таки сам применится, когда мы будем творить страшные вещи. Ничего себе, сколько вопросов. Так, то есть мы не все, не на все правильно ответили, да? Я понял. Так, что лежит в основе религии мерцания? Давай. Блин, это ж только что то, что мы читали. Это ж то, что мы читали. Вот это вот на этих. Я не запоминал. Да-да-да. Так. Так, господи. Как же мне ответить на все твои вопросы? О, класс. Облачение монахини. Серьезно, мы все это сделали ради облачения монахини. Особая мантия из тех, что носят только монахини. Чтобы стать одной из них, соискательница должна пройти множество испытаний и подтвердить свою веру и набожность. Ну, смотрится, конечно, прикольно. Ну, давайте просто посмотрим на себя. Вау. Так, ну, таким макаром мы можем только... вот так вот ходить медленно. Но зачем нам это? В таком виде мы сможем попасть в какое-то тайное место. Это любопытно. Так. Как только я ее надену, то стану сестрой-послушницей. Как только я ее надену, то стану сестрой-послушницей. Ага. То есть это еще не конец.
Ох, ребята, душат нас побочками, так душат. Ну хорошо. Мне любопытно, чем же это все закончится. Отыщи сестру Элис. Может быть, и так он тогда ищем сестру Элис. Найти сестру Элис. Так, это не то. Так, это сестра Ирис. Может, перевод неправильный? Записи обновлены. Что теперь от меня? А, все? Все, квест выполнен? Вау! И что же мы получим? А, то есть, понятно. Ну, давай. Я понял, я войти хочу. Вот. Комната просветленная. Так, теперь дайте я возьму нормальный шмот, нормальное орудие и посмотрю, что же тут такого есть интересного. То есть все ради этого. А если я надену так, записи обновлены. Что опять? Так, нужно найти повязку на глаза для Арабеллы. Повязку на глаза. Любопытно. Где ж мне тебя искать повязка? Найти повязку на глаза. Ну, зашибись. Ну, серьезно, где я ее найду? Она где-то здесь, в церкви? У кого-то? Или где-то в каком-нибудь данже? Ох, душат меня заданиями, ой, душат. Ну, в принципе, мы большую часть выполнили, и на том хорошо. Моноцит, хрен с тобой. Золотая лихорадка, тоже хрен с тобой. Нехватка соли выполним. Свет истины по возможности. Так, с плацебо мы разобрались. Так, потомок стража. Так, искать повязку на глаза. Где ж мне тебя искать, повязочка? Господи, ну подумай. Мне что, обязательно каждый раз переодеваться? Не издевайтесь надо мной. Так, ищем. Может, у тебя есть то, что мне нужно? Долбанная повязка. Все, и теперь мучайся, ищи эту долбанную повязку. Запрет на библиотеку. Мы были в библиотеке. В библиотеке нету того, что нам нужно.
только куча знаний, которые нам не особо нужны. Дверь заперта. Где ж взять ключ, дабы тебя отпереть? Вот в чем вопрос. Тоже мне даст повязку. Ты не дашь повязку? Да я это уже сделал. Мне повязка нужна. Дай повязку. Ладно, из колокола ничего не выпало. Хотя я думал, из него что-то выпадет, если мы несколько десятков раз по нему поделаем. Хотя бы не сделали как пару десятков раз, но суть, я думаю, понятна моих слов, что я хотел этим до тебя донести. Долбаная повязка. Да я понимаю, что молиться надо. Вы мне помогите достать то, что мне нужно, потому что я не знаю, где это достать. Возможно, в той другой церкви это. У нас же она не одна. У нас же она не одна. Вот в чем беда. Ну хорошо, я схожу еще разочек. Нельзя открыть с этой стороны. Интересно, а с какой стороны можно открыть? Любопытно. Окрестности Майя. Я попытаюсь найти эту повязку. Если она попадется нам на глаза. В каком-нибудь сундуке или что-то в таком плане. Бесполезная. Дамочка. Так, деревня. Мне бы еще в деревню сходить. Заброшенный город. Да, надо будет в деревню вернуться. Там кое-что, возможно, есть для меня интересное. Но это, опять же, не точно. Так, общежитие. Дайте мне возможность найти то, что я хочу. Раз не здесь, тогда я действительно не знаю, где же мне искать эту повязку. Реально, задание, найди повязку. Может, я могу ее пойти купить? Или я... О, ужас. Найди повязку. Любую ткань возьми, то обмотай ей глаза. Нет же, надо найти какую-то особенную. Женщина с щупальцами. О чем ты? О чем ты, друг? Что с тобой не так?
любопытно. Надеюсь, тут ничего больше от меня не скрывается. А ведь все возможно. Но это не факт. Ой, да черт с ним. Грубая ты, однако, дамочка. И это мне не нравится. Сейчас я иду сюда, дабы прийти к очередному сейву. И как только мы это сделаем... Телепортируемся обратно в город, дабы... Сходить в эту эпическую церковь... Вернее, не церковь, лечебницу. И в лечебнице снова поговорить с доктором, посмотрим, что он нам скажет. А дальше пойдем наконец-таки... канализации. Мы, разумеется, разберемся и позовем ее, но чуточку попозже. Найти Дейзи. Так, нужно отдать Хильде вторую часть отчета об исследованиях. Так я ж как бы уже пытался отдать, но она вроде бы не забрала почему-то. А, наверное, мы сейчас отчитались ему обо всех трех наших действиях, а вот теперь мы сможем пойти к Хильде и отдать ей отчет. Но это не точно. Хорошо. Нас просили найти соль. Давайте найдем соль. Соль — это всегда важно. А еще важны сокровища. Но соль важнее. Канализация. Погнали. Канализация Майе. Ну что ж, сказано, что здесь мы только можем найти соль. Любопытно. Это слишком...
слишком высоко, дабы мы могли туда попасть. Но, возможно, это возможно. Если буквально чуть-чуть, мы успешно это проделали. Мы сможем. Спасибо. Как говорится, упорство иногда дает свое. Железная стрела. И вот этой, ради этой стрелы мы вот это вот так тут с вами страдали. Какая цаца. Я так и думал, что тут по-любому должно быть какое-то интересное место. Но ведь надо еще и низ исследовать. Любопытное чудище. Любопытное. О-о-о. Так, сейф — это, конечно, хорошо. Дверь заперта. Я бы удивился, была бы она открыта, если честно. Поэкспериментирую. Так, это мы просто выходим куда-то, да? Серьезно? Катакомбы. В катакомбах мы уже заходили, но мы не могли пойти из-за того, что нам мешал. Ага. Кровавый осколок. Ха-ха, срез. Вот это интересно. Это все интересно, даже очень. Но все же надо исследовать до конца то, что мы начали. Тут все плохо. Да, сопротивление электричеству тут бы явно не помешало. Не то нажал, как обычно. Но за уровень спасибо. Давайте выясним, куда нас приведет этот путь. Ага. Вон оно чего. Ну, теперь у нас это место открыто. Вот, давайте сохранимся на всякий случай. Фух.
Фу. Понеслась. Так. Ага, это тоже нас в катакомбы ведет. И где конкретно мы оказываемся? Я понял. Ужас, просто ужас. Источник подземных вод. Господи. Какой ужас. Опять место, где мы, походу, проведем достаточно много времени. Пришел один за солью, называется. Какая лапочка. Кажется, или я умер. Так, и это опять вниз спускаться. Так, не-не-не, я исследую то место до победного. Даже не обсуждается. Так.